Точно пойдешь? Решила идти в этой шапке. А эта поняшка ездит. $300. Кому ты пишешь? Мальчику. Мальчику? Какому мальчику ты пишешь? Мама. Все? Доброе утро, Санта. Наш Санта-Клаус пошел в школу. Всем привет. Ой. Девочки идут в школу. Что они будут делать? Точно пойдешь? Решила идти в этой шапке? Угу. Что ты вдруг решила? А еще можно туда что-нибудь сложить, да? Или когда мы с папой поедем, вещи туда могут закрутить. Ага. Хоу-хоу-хоу. Да, только очки не надо. Нет. Да, они подходят для Деда Мороза тоже. Тоже все, давайте. Бегом, бегом. Спорт взяла? Да. Все. Спорт. Хорошо. Давай, Санта. Хорошо учись. О, тем более. Осталось еще эта неделька, следующие каникулы. Я спрошу ученицу, как долго у вас каникулы. 2 недели, по-моему, 2 или 3, не больше. 2, я вчера спросила ученицу. Хорошо. Я мою спрошу. Все. Мы приехали в детский магазин выбирать подарочки. Банан. Ага. На день рождения Каролине и Максу. Сколько он стоит хоть? Не написано. А эта поняшка ездит. $300. В общем, когда Куануас и Соси, я самой. Ну, нам такую поняшку некуда. Каролина у нас любит единорожков. Единорожков. Вот единорожка. С красивыми глазками. Какая прелесть. Ой. Уронили этого носорога. Бедный носорог. Ничего себе пистолет. В общем, взяли мы вот такие вот, чтобы складывать игрушечки. Ну, хуэган кунес. Такая сумочка почти $100 стоит со слаймами. Поехали. Закупили мы подарочки, продукты кое-какие для тортика. Какая машина розовая. Мира, это Роса Малта. Перекусим, потому что мы не завтракали. И кофе. Как дела, девочки? Хорошо. Как тест написали? Хорошо. Что? Задачка была очень сложная. Ты по математике? А по английскому ты делала? А ты по математике как? Ты зачем нос корябаешь опять себе? Если ты будешь постоянно корябать, будет шрам. Что тебе сказали про твою шапочку Санта-Клауса? Большая. Большая? Ну... Так, сегодня школы больше нет. Чем будем заниматься? А завтра Макс получит подарки? Давай. У него же завтра день рождения. Каролина в понедельник. Когда в понедельник? Когда понедельник? Вон так. 2 дня. А да. Но у нее же не завтра день рождения, как она может завтра получить? Когда мы пойдем на трамплин? В субботу. Послезавтра. Нет, через 2 дня, в субботу. Это тебе на день рождения завтра. Угу. Нет. Это все по Романяна. Я Макси? Все. Маргарита Лепшин. Да. Нет, нет, да. Уна Паради, Уна Паракаролина. По Романяна, я? Почему тебе нравится смотреть этот фильм? Эту девушку?
Ребят, кто знает эту девушку с красными огромными губами? Это же видео, это же блогер. У нее же канал на Ютубе. Миранда, ее по-настоящему зовут Миранда? Нет. Нет? Особенно Ксюше нравится. Она же тоже в мюзикле есть, в ТикТоке, да? Вчера собралась, думаю, порисовать для своего канала на тему личного дневника. Вот он, мой личный дневник. И а фломастеры-то у меня подсохли практически все. Ну, половина, наверное, точно. Ну, в общем, все я не проверяла, но вот такие вот цвета, которые чаще всего я использую, так самые. Мама. Там красный, желтый, зеленый, синий, розовый. Ма. Они все. А, не надо. Они не пишут. Ну, пишут, но так вот через раз плохо Марко, очень. Снимаюсь. И не знаю, что теперь даже делать, либо сколько я ими пользовалась. Пользовалась где-то год. Да, покупала я прошлой зимой, но не китайские. Брала я на китайском сайте. И, в общем, мне хватило их на год. Но это если учитывать то, что мы сколько видео снимали, три маркера челлендж. Где-то 4 или 5 видео, да, и вот этими маркерами рисовали. На обычной бумаге рисовали, которая очень сильно впитывает эти маркеры. И поэтому я так думаю, что тоже. Поэтому они и закончились так быстро. В общем, я не знаю, либо мне опять купить такие же китайские, где-то они стоят около $50. Либо купить новые. Ну зачем, зачем, зачем? Либо купить оригиналовские, но они стоят где-то 250-300. Если кто-то знает, чем заправляют эти. Не заправляют, а когда вот маркер подсохнет, чем его нужно разбавлять, я не знаю. Может быть, спиртом или чем-то, я даже не знаю. Но они тут не открываются же никак. Они же не открываются вроде. Вчера все-таки я подумала и решила попробовать рисовать на планшете. Для личного дневника. Как оформить личный дневник? Видео на канале не выходит уже больше месяца. Поэтому я все-таки решила заснять видео, но рисовала я на планшете. Не знаю как. Вот так, вот так что. Ну не знаю я. Рисовала на планшете. Похоже, то же самое, как и фломастерами, да? Да. Ты хочешь это скачать? Перчаточка. Половины перчатки для рисования. Так, тут облачко, оно уже где-то есть. Да, у меня. У тебя в телефоне? Да. Но маме здесь но. Окей, маме здесь но. Но мас. Pero no voy a limpiar. No limpiar. Eso muy bonito. Eso para niños. На что похоже? На елочную игрушку. На елочную игрушку. Подожди, Макс. Такая вот игрушечка. Нарисуем елочку. Выбираем зеленый. А? Давай помогать мне будет. Я хочу открутить, эту горку, потому что она абсолютно не нужна и только место занимает. И хочу вот это все выбросить. Ну, не выбросить, а убрать в подвал. Потому что пока нам это не нужно, может быть, кому-нибудь потом отдать. Завтра Макс получит один подарок, который нужно будет поставить вот сюда. Кстати, этот волк выйдет именно в день рождения Макса. Так что, ребятки, вы смотрите. То есть завтра? Да, можете уже поздравлять, потому что у Макса день рождения. Давай разгребай вот эти все вещи. Ксюшечка. Ксюш, разгребай вот это все со стола. И ножки нужно откручивать со стола. И стульчики тоже. Смотрите, ребят, целая корзина. Только с игрушками из Макдональдс. Это ж сколько лет? Это лет 5, наверное, собирали мы. Ужас. Ужас, сколько их здесь. Коллекция целая.
это не тому. Что придумали? Смотри, ты просто должна, ты просто держать и все. Они катаются. Я с одного места сняла, они в другое пристроили. Ну что, вот так вот у меня получилось. Свободненько, здесь уже ничего нету. Здесь как раз будет стоять одна тумбочка, и там потом я вот это все уберу, вторая будет. Пока ставлю так. Сейчас заправить нужно постель и все. Чем занимаетесь? Тоже убираете? А, Маргарита? Маргош? Марго, постельку заправь. Надо телефон. Все, начинаю делать тортик. Доставай, Ксюш, яйца. Сколько? Сейчас я найду рецепт. Будем делать медовик. Сколько? Ну я сейчас скажу. Подожди. Как? Так, что? Мне нужно 3 яйца, значит, в 2 раза больше. 6. 2×3? 6. Хватит мед есть. Ну потом для коренного не хватит. У меня есть еще яйца. Я купила. Мед есть. Мед мне нужен, много не кушай. Мука тоже есть. За мукой надо сходить. Где? Маргарита, сходи, пожалуйста, за мукой. Куда? И за сахаром. Что? Так, у нас здесь немножко прервалась видеосвязь. Да. Мы к нам в гости приходили. И, в общем, я сделала уже тесто. Ой, вот оно тесто. Сейчас буду выпекать коржи. И сейчас делаю заварной крем. Ой, Бузерова. Что-то я кашляла и чихнула одновременно. Хлеб взял. Это не хлеб, это крем, он еще не готовый. Как ты этот крем взял? Молоко, яйца, мука, сахар. Хорошо. Так, все, крем у меня готов. Сейчас я его поставлю на балкон, остужаться. И сейчас буду печь коржи. Освободите, пожалуйста, стол. Что ты там делаешь? А, ничего. Кому ты пишешь? Адонис. Кому ты пишешь? Мальчику Адонис. Мальчику? Какому мальчику ты пишешь? Ну-ка, покажи. Да, я послушаю. А? Какому мальчику ты пишешь? Маргарита. Кто тебе разрешил мальчику писать? А? Давайте, освобождайте стол. Мне нужен стол. Я здесь буду сейчас коржики свои раскатывать. Давайте, девочки. Вы хотели танцевать? Идите танцевать. А он тебя так не зарядится, если ты его смотришь. Намазала тесто на бумагу для выпекания. Совсем вот так вот тоненько. Нет, нет, держи пока, потому что я... А вообще неси сюда. И один уже печется. Они уже, они быстренько очень пекутся. Буквально вот прошло 2 минуты, и уже он вон почти готовый. В общем, по 5 минут на каждый корж. Что? Видишь, как быстро. Что, не понял? А это мне вот сюда надо, на другой. Я буду менять тут туда-сюда, туда-сюда. Все, наконец-то испекла коржики. Сколько их получилось? Ну, потом, конечно, он будет пониже. Не такой высокий. Так вот. Сейчас допечется последний. И мы будем кушать супчик. Ксения, что ты делаешь? Это зарядка? А что в темноте? Эти кастрюли вылизывают из-под теста. Так, ну что, намазываем кремом наш тортик. Получился он какой-то бирюзовый, хотя я взяла вот такую вот краску. Краситель, он голубой, синий. И получился какой-то бирюзовый крем. Ну ладно. Он будет очень-очень сладкий.
А если еще очень много останется, можете мне дать? Да. Ребят, меня Ксюша уже замучила с этой стрижкой волос. Я уже не могу. У Ксюшки здесь волосы обесцвечены. Ну, в принципе, можно их срезать немножко. Мы же ей обесцвечивали. Поэтому я так и думала, что мы потихонечку будем ей подравнивать. Видите, они у нее обесцвечены здесь. Конечно, столько не буду срезать. Чуть-чуть вот так вот срежу. Все довольно. Не так, дай коллекцию тебе. Карина будет хранить это. Нет, Каролина, мы уберем. Сейчас немножко подровняю, чтобы ровненько было. Все, довольно? Подожди, стой. Иди сюда. Ну вот. Не так. Такие зеленые. Не так. Вот это после краски, которую мы тебе оттеночную красили. Остался такой цвет. Не так коротко, как у Маргариты. А я хотела вот так вот. Нет, нет, не надо. Тебе так хорошо. Все? Освежилась? Да. Скажи. Коничима. Коничима. Не за что. Все, теперь не будешь меня тюкать. Кори. Поверни спиной. Ну все, ребятки, так вот получилось. Все, до свидания. Девочки спят уже. Я пойду шарики надувать. Открываем баллон. Первый шарик, чтобы завтра утром уже были шарики, когда Макс проснулся.